Когда звонок уже прозвенит, устранять недочеты, выявленные в ходе осмотра общеобразовательных учреждений, будет некогда. Поэтому все без исключения самарские школы сдали паспорта готовности до начала нового учебного года. В столице региона 155 школ, 169 детских садов и 59 учреждений дополнительного образования. 1 сентября к обучению приступит более 127 тысяч человек, свыше 14 тысяч из них – первоклассники. Все школьники обеспечены учебниками. Их закупка осуществлялась по государственным контрактам у 10 издательств. В общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание. В некоторых учебных заведениях проведен капитальный ремонт. В 9 школах и детских садах ремонт пищеблоков, ремонт кровли в 11 образовательных учреждениях, прачечное ограждение в 4, ремонт спортивного зала и прочие работы. В основном это асфальтовое покрытие. В рамках подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году департаментом образования были выделены дополнительные средства. Это позволило оснастить некоторые школьные классы компьютерным оборудованием для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Итого у нас уже 100 школ на сегодня, потому что эта программа идет третий год. У нас было 50, 25, 25. На сегодня 100 школ с современными оборудованными кабинетами. Приятная новость для тех, кто в первые классы еще не зачислен. Для ребят, которые сядут за парты впервые, остаются вакантные 549 мест. Работы по подготовке к 1 сентября ведут и в бюджетных учреждениях дополнительного образования, музыкальных, художественных школах и школах искусств. В них обучаются более 9 тысяч человек. Во всех учебных заведениях к началу нового учебного года готовы системы канализации, отопления и водоснабжения. Текущий ремонт выполнен в 21 здании. Обновлены кровли, кабинеты, лестницы, туалеты. В фойе заменено напольное покрытие. За счет внебюджетных средств приобретены инструменты, мебель, учебные пособия. Все учреждения оснащены автоматической пожарной сигнализацией. Все школы обеспечены оборудованием по обеззараживанию воздуха, моющими, антисептическими, дезинфицирующими средствами. На всех объектах обеспечен питьевой режим. Обязательные предварительные медицинские осмотры сотрудников организации проводятся в соответствии с установленными графиками. Позаботились и о детях, которые в силу ряда причин не могут добраться до учебного заведения самостоятельно. В 5 образовательных учреждениях есть школьные автобусы. Общее количество учеников, которые пользуются этим транспортом, 1531 человек. Мониторинг на предмет готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году проводился в Самаре с 1 по 16 августа. По его итогам, все школы города к новому учебному году готовы. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.